Всем привет, ребят. Я, когда езжу в Харьков, я всегда люблю походить по птичьему центральному рынку. У меня уже есть ролики на канале о этом рынке. Сейчас 7 октября, и мне самому интересно, что же сейчас там продают. Ну и вам покажу, может, будет интересно, что у нас в Харькове продают осенью. Малыш, молодняка птицы, я думаю, что уже нету, а подросток должен быть. Потому что еще не так-то и поздно, и у нас еще очень-очень тепло. И вот этот рядок. Здесь по осени продают очень много цветов. Половина ряда начинают занимать цветы. Такие зимние, которые садятся на улице, луковичные. И всякие красивые. Угу. Какие. Без времени 80 гривен крупный цветок. Цветет осенью, весной только листья. Садовый красиво. До 30 цветов. Прикольно, есть да? Махровый. Угу. Махровый полный. Угу. С листьями вообще. Магнолий, вообще классно. Рододендроны, тюльпаны. Хвойные. Красота. Угу. Это такая же точка. А вот это какой цена? Нет, это хризантемки. Есть такие цветы, правда, от которых и не знаешь. Красиво какой-то. Болотный, думаешь? Красиво. Хризантемы вот это шарообразные. Роза. Малинка. Малинка ремонтантная. Красота. Можжевельники. Малина. А вот это такой, как в лесу растет, да? Капуста какая-то. Да. Красиво. Сосна гималайская. А ель голубая. А? А где? Да? Каменная роза. А, ну похоже, красиво. Это что нам есть. Красота. Ну это если жить в своем доме, тогда. Тогда. Тогда, конечно, нужно. Вот так. Это ж вот эта штука, которая синие ягодки. Что удержит? Вот, нет? Нет, это вот ежевика. А вот это вот такие синие ягодки, как у деда. Поняла, куст? Нет? Ну, я тоже. Красота. И вот это тоже что-то такое, да? Крокусы. Мамке ничего не надо? А я знаю. Позвони. А что ты ей купишь? Какой-то типа красивый кустик что-нибудь, да? Клубника. А клубнику мне одна зрительница отправила. Должна прийти, мамке посадим, да, на огороде. Или при посадке. О, пошел запашок птичек. Это эти. Не знаю. Красиво. Вот и куры. Ага. Ой. Сусанки. Лысые. И все. Смотрите, ребят, вот вам и птичий рынок. Ничего нету. А что, а сколько время? 12. Ну и что, еще продавали, а что ничего нету? А что, уже все? Ай, может, сегодня выходной, вон там есть птица. Цыплята пищат. Вон сидят куры-петухи. А-а-а. Голубика бабушки. А? Не голубика бабушки. Нет, вот это жимолость, вот.
жималась, это она. Вот классно. Помнишь, это он только отцвело и сразу вкусное. То есть она сама ранняя. Она растет спелая как-то сразу. Конец мая она начинается. А почем она? 83-леточки. Да. Мамке. Она уже будет с ягодами лазить, с чего? Мамке купить. Не знаю. Позвони, ты звонила, нет? Не берет трубку. В общем, нет животных, видишь? Угу. Давай посмотрим на крыску. Хомяч, морская свинка. Это ж свинота морская. Свинота, ты не кусаешься? Красавица. Вот, да. А? Вот. Лысые! Лысые! Холодно деткам! Вон их как много стоя лежат, глянь. А? Ну, то... Ля, какие у них эти колокольчики. Ну, дерутся, наверное. А почем крыски? Классные. А их нужно чем-нибудь лечить? Но они не болеют. Ну, я не знаю, там профилактические уколы. С крысами никогда не связывался. А? Да, я не о том, что они лысые. Ты видишь, что-то стоя спит. Глянь, одна и вторая. Ты думаешь, твой кот будет есть крысу? Он, а? У нас такой кот, он корм не хочет, самый дорогой есть. А она думает, он будет крыску есть. А что, уже ничего не продают? Так а что, а там в этом вот в закрытых лотках цыплята пищат? А, да? А так ничего нет, а перепелочки почем? Курочка, курочка, петух. Не надо 5 штук Ване взять на яйцо. Зачем? Нет. Шиншилки. Красота. А вы круглый год, да? Понятненько. Боже мой, котятки. Красота. Все, и ничего нет. Ага. Я думал, будут, например, утки подрощенные. Нет. Бывает, да? О, боже. Непонятненько. Вот вам и рынок. Октябрь месяц, 7 число, ничего нету. И что? Я, конечно, думал, будет побольше. Побольше. Я думал, что-то вообще-то будет, а ничего нету, кроме кур. Это как-то странно. Октябрь месяц, мне кажется, могли и уток продавать, и разные там породы какие-то. А так вообще ничего нету. Ну вот так, в общем. Чтоб если вдруг кто-то надумает ехать в октябре месяце за птицей, то ее нету. Сказали, бывает по выходным. В общем, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.